Scooter Sim Symphony. Модель Symphony выпускается в двух комплектациях с 50 и 125-кубовым четырехтактным двигателем. 16-дюймовые колеса, передние и задние дисковые гидравлические тормоза делают езду комфортной и безопасной. Такие препятствия, как железнодорожные переезды и лежачие полицейские, преодолеваются легко и без дополнительного контроля со стороны водителя. Для улучшения эффективности работы подвески конструкторы установили на заднее колесо два амортизатора. Скутер оборудован информативной электронной панелью приборов с множеством настроек. Замок грузового отсека уже не механический, а электрический. Сиденье открывается кнопкой. Грузовой отсек большой, может вместить в себя открытый шлем. Там же под сиденьем расположена противоугонная кнопка выключения двигателя. В передней части скутера находится дополнительный грузовой отсек для небольших предметов. Органы управления светом абсолютно такие же, как на менее кубатурных скутерах марки Sim. Фара головного света двухнитевая, галогенная. Указатели поворотов спрятаны в пластик. Длинная база и огромное сиденье позволяют с комфортом перевозить пассажира и дополнительный груз. При соблюдении правил эксплуатации обслуживание скутера сводится к своевременной замене масла в двигателе и в трансмиссии.